21 марта, заводское трамвайное депо. Канализация течет больше недели. Водоканал звонил, оставлял заявку. Бесполезно, наверное, не приезжал никто. В трамвайное депо тоже звонил, говорил, что с их территории течет. Сказали, будем разбираться, неделю разбираются. До стадиона «Волга» все в канализации. Под всеми тремя мостами люди идут по тротуару, машины обрызгивают их этой канализацией. Всем пофигу.